Всем привет, с вами Прия. Наконец-таки я вскрываю легендарочки на шамане. Я этого дождался, и вы этого ждали, и опросик даже в ВК-группе проводился, и сейчас я скажу, с какой процентной долей люди, скажем так, наколдовали на какие-либо различные легендарочки. Итак, по мнению людей, я просто буду говорить легендарный предмет и проценты проголосовавших людей. Голова на героизм 13%, придаст 35%, нагрудник 3%, запястье 3%, перчатки 4,5%, пояс 4%, ноги 11%, ступни 1%, любое кольцо 14% и тринкет, предвидение вельное, или как он там правильно называется, 11%. Проголосовало 223 человека. Мало, на самом деле. Но пришло время вскрывать их. Сейчас удалим вот эту вот серую вещицу, чтобы она не мешала процессу. И начнем вскрывать на шамана исцеления две легендарочки. Поехали. Делаем раз. Сефус. Делаем два. Кольцо на талант. Два кольца. Я прям властелин колец. Кайфовенько. Какое колечко я одел бы на раскачку? Конечно же, Сефус. Сефус как пассивно дает статы, так и при активации шаману хилу весьма просто активировать его бонусы. У шамана хила есть кик рейнджовый, есть стан. Есть различные тотемы на замедление, ну, то есть там ротируется, как я правильно понимаю, либо стан, либо замедление берется, и получается, Сефус срабатывает от этого, насколько я правильно понимаю. Идеально. Ну, когда апну фамильное колечко, тогда экипирую его вновь. А кольцо на талант пускай вот тут пока что лежит. А что она там получается бафает? Исцеление дает эхо стихий. По-моему, колечко на талант не особо рестерами используется. Либо я просто чего-то не понимаю в этой механике хилов. Да. Сделаю еще вот так вот. И с шамана можно выходить на относительно долгое время. Хотя, может быть, мне захочется поиграть за хила, и я начну качать шаманчика. Всякое возможно, на самом деле. Всякое может получиться, и всякое может быть. Всех вам благ, счастья, здоровья, там, легендарок побольше. Самое главное, чтобы нужные легендарочки дропались, потому что без нужных легендарочек весь потенциал своего класса, увы, вы не раскроете. А я пойду в оплот своего класса и спрыгнул в водоворот от этого Сефуза. До скорого.